Привет, друзья, это новый влог, у нас новый выходной день, сегодня суббота, все прекрасно по погоде, очень жарко. Мы поедем в сторону Пангны, на ферму, там посмотрим на альпак, овечек покормим, ну и так посмотрим, еще может быть что-то увидим. Сейчас зашли в Виломаркет, в который я ни разу не заходил, он находится рядом с Макдачкой, и здесь есть наши любимые роллы, которые мы постоянно берем, а в нашем на кольце Челонга их, ну, достаточно давно уже. Что еще добавить? В общем, едем в Пангну, наслаждаемся природой, смотрим на животных и отдыхаем. А завтра мы уже поедем, наверное, все-таки с тобой в аквапарк. Да, надо обязательно сходить, посмотреть. Я обожаю их. Самое главное – страх. И у тебя такое было, и у меня то, что я жопу разодрал на одной из горок. И самый прикол – у меня на жопе просто дырень была. И человек, который был со мной до конца вот этого всего мероприятия, мне даже не говорил об этом, чтобы я не расстраивался. Очень прикольно то, что я 2 часа с дыркой на жопе был. Вообще. И очередная заправка. Сейчас мы будем уже выезжать с Пхукета. Я проехал 356 километров. И у меня начало моргать. Сейчас, наверное, будет даже больше, чем 260 бат, как в прошлом влоге я заправлялся. Или еще, я думаю, еще бат на 20 оно зальет. Так, 270. Ну ладно, в общем, она остановилась. На 10 бат больше, чем в прошлый раз. Это у нас сколько в рублях получается? 600. Друзья, мы сейчас зашли в магазинчик. Хочу купить себе безрукавку, потому что водительский загар. Непонятно, как с ним бороться. Вот такую смешную мне Катюк притащила. Да, надпись, конечно, под вопросом. Вот, но у нее слишком большой размер XXL. Я, в общем, не утонул, S-ку померил. Вот такая серенькая, но... Короче, она на меня еле налезла. Я как Иван Поддубный стоял в таком костюме. Выглядело это смешно. Сейчас жду Катюху притащить мне какую-нибудь Элечку или Эмку. Потому что, ну, реально, блин, вот эта полоса, это прям полное дерьмо. Ну, здесь, кстати, вообще низкие. Вот эти, по-моему, по 160 бат. Взял себе зелененькую. 160 бат. Вообще по чипману, это очень круто. Почему я этого сразу не сделал, вообще непонятно. Хочу куда-то в тенечек покурить и поедем уже дальше. Ой, хорошо. Слушай, такой фон клевый. Небо прям вообще супер. Очень красивые. Выйди, посмотри. Ржака, конечно. Было написано, что она закрыта временно. Кажется, так и есть. Здесь должна была сидеть билетерша. Все в каком-то запущенном состоянии. Я помню, эти машинки были чистенькие. Все в мусоре. Ну, хотя бы кто-то там орет. Вход открыт. Давайте смотреть. А, ну понятно. Да. Ну, хотя бы эти есть. Ламы. О, какие вы классные и смешные. Вон, лошадочки есть, пони. Блин, так жалко, конечно. Ну, я к тому, что здесь все должно быть открыто. Я когда здесь был, здесь очень миленько. Овечки. Знаешь, им покупаешь молочко, представляешь, и они прям его сосут. А ты их никогда и не видела? Нет. Ну, вот есть ламы, альпаки, из них прикольная одежда шьет. Ну, из шерсти имеется в виду. Прикинь, тебя сейчас укусит. Резко скочит и хап, и фалангу пальца откусит. Они кусают разве людей? Да не, вряд ли. Вот они челюсти делают, господи, страшные. Вон поньки.
У нее что-то это, смотри, там... Ой. Big problem. Видишь, да? Вижу. Ну вот. Ты что так заинтересовалась? Убери взгляд. Меня это пугает. Не знаю, может быть, нас сейчас тайцы прогонят. Он верблюд. Здорово, дружище. Ой, не, я боюсь, ты плюнешь на меня сейчас. Ну ладно, давай вот так вот издалека. Не-не, сожрешь еще. Привет, дружище, как дела? Сожрешь что-то и жрешь, жуешь. Как ульки вон, в виде шариков. Ой, это какой-нибудь заинтересованный. Наверное, похавать хочет. Или плюнуть. Круто, что животные остались. При этом не нужно платить. И пока у нас не было инцидента с тем, что нас выгоняют отсюда. А верблюд, он вообще очень любопытный. Мы вот шли, и он за нами постоянно следил. Еще поньки. Какие-то вы грустные. Будто бы нет. Ну, совсем маленькая. Вот, смотрите. Павлин, мавлин. О. Ну, это пони. Просто маленькая пони. Ой, вот этих точно боюсь. Вот такие здесь постройки. Блин, ребят, ну правда, все запустили. Я помню, все здесь было яркое, прикольное. Пофоткаться здесь клево. А сейчас вон все разбито. Ну да, все пришло в упадок. Непонятно почему, ну хотя бы животные остались. Там дальше были качели, пруд, где можно было кормить карпов. Покупаешь им прям целую упаковку, ну каких-то таких шариков. Вот, и они прям на поверхность толпами рвутся для того, чтобы поесть. Ну ничего, хоть на животных посмотрим. Катюха полетела, увидела оленят, говорит: «Бэмби, Бэмби». Сейчас вам покажу. Ну, такие они симпатичненькие, конечно. Да ладно тебе, чё ты. Ну да, красивые. Согласен. Жалко, только ушли. Слушай, ну они на самом деле не то, что ушли, обрати внимание, они просто в тень сели. Жарище такое. Они тут были, убежали. Я ж себя Бэмби называю за вот эти мои пятнышек, которые бывают иногда. Вот. И у меня даже кружка. Сородичи, ты можешь перелезть. Чать, я с вами. Вот, и тут пара страусов. Но они еще тоже убежали. А, не, ну три штуки. Пару говорю. Молодец, конечно. Что ж произошло? Хотела погладить? Да. Ну, ты не забывай, это животные. Боятся. Ты не боишься. Да ладно, слушай. Я просто поснимаю. Чувак. Don't touch. Понюхай хотя бы GoPro. Это было бы, конечно, забавно. Смотри, у него что-то... Я видел, да. Да, у него как будто царапка какая-то. Ну ничего, заживет. Стрёмся. Ну их я не могу показать. Потому что они что-то прям... Какие они огромные. Убежали. А прикинь, если бы они летать умели, это что же птицы? Прикинь, в небе страус. Да, и тебе просто в лобовуху прилетает страус. Вот так да. Башкой пробивает стекло. Да. Ну нафиг, лучше пусть хорошо, бегают. Хорошо, что они не умеют летать. Да. Ну что, пойдем дальше, посмотрим. Ты красивый. Удивительно, что ни одного тайца нет на территории. Хотя все закрыто. Ну я, правда, уже повторяюсь. Тут много кокулек, поэтому надо быть аккуратней, чтобы это все дело не раздавить. Фух. Жалко, конечно. Тут в обычное время очень много посетителей было. Ну все прям вот так подзаросло. Вот тут арка очень красивая была в свое время. Но сейчас видите, да? Никто не ухаживает. Грустно, конечно, смотреть, когда ты был в этом месте и все работало. Вон там калитка. Вас запускали. Можно было бегать с овечками. Там есть овечка. Тут их несколько сот было. Территория здесь вообще отличная. Скалы, все зеленое.
Ну, там дальше прудик, качели. Ну, короче, прикольно вот так вот с детьми и, в принципе, и взрослым интересно. На свободе. Да, на свободе. Ну, тебе говорю, тебе просто нечем сравнивать. Ты не видела, как было раньше. Какое-то оно побитое. Почему побитое? Она не стриженная просто. Это стриженная, красивенькая, это не. Ой, корова. Мушки, мушки, ты же их называешь. Ну, если я скажу на камеру мушки, не пойму. Какие-то они здесь худые, тайские. Худые. Они странные, они горбики какие-то есть. Смотри, у наших... Вон, она срет. Классно. У наших нет таких горбиков, видишь? Ой, мама. А вот он и пруд, про который я тебе рассказывал. Разломан. Какой бегемот? Ну, ровно потому, что здесь уже все. Все грустно и плохо. То, что змея будет? Да. Боюсь немножко. Да. Ну, здесь есть мальки. Вода была прозрачная, куча карпов. А сейчас вообще вон все в мусоре. Никто за этим не ухаживает. Надо там потом в интернете лицо посмотреть, что случилось с этим местом. Да, да, ну все, сейчас ничего не работает. Уже сотый раз повторяю. Выглядит, блин, как будто в Припяти, да? Немножко грустно, конечно, когда я вижу всякие детские горки, карусельки, и они не работают, дети не кричат, не резвятся. Как-то это все немножко странновато выглядит. Че такое? Блин, я сам испугался. Вот, у них рога вообще другие, не как у наших коров. У них они такие плотные, толстые основания. Другая порода. Да, и горбы. У наших нет таких. А я даже не знаю, где мы сейчас выползем, если честно. Или мы уже на выход. А, ну да, все, это выход. К сожалению, хотел тебя порадовать. Я так порадовалась, там прикольные животные. Я тут говорю, два прикола мы не застали. То, что взять бутылочки с молоком и покормить малюток. Я говорю, они очень смешно, такие звуки издают, слышишь, когда сосут такие. Да. Это какие-то боевые, что ли? Господи, да, боевые, ты посмотри. Какой ты беспокойный дружок. Но при этом, смотри, подвозят какую-то еду для животных. Наверное, невыгодно это все было содержать. Может быть, мало туристов. Билеты здесь были недорогие, и всю скотину они просто продали. Напротив фермы вот тут был прикольный ресторанчик. В этих аквариумах плавала рыба. Можно было ткнуть пальцем, и вам все это дело приготовили бы. Но сейчас сами все видите. Вот, заведение называется Daily Hut Seafood. Здесь прям дофига народу сидело. Сам лично здесь пиво пил много лет назад. Даже какой-то ценник остался, но все на тайском. Сейчас мы, наверное, доедем до Баньянового леса. Находится в 15 минутах отсюда. Посмотрим, что это такое. Написано было на карте 100-летние баньяны. Ну, это такие прикольные, на самом деле, дерево-лес называют. Потому что одно дерево может иметь до 1000 стволов. Не знаю, к сожалению, как это будет выглядеть в Таиланде, потому что самый крутой, по-моему, в Индии находится Баньяновый лес, и там есть представитель, которому больше 200 лет. Там, ну, просто это офигеть, какое огромное дерево, и очень красивое. Здесь посмотрим. Не знаю ничего, картинки не смотрел, видосы тоже, поэтому увидим своими глазами. А дальше, ну, наверное, на Пхукет поедем уже. Катюхе предлагаю сгонять опять на пляж. Ну, где самолеты садятся. Только с другой стороны подъехать, чтобы не пилить 20 минут по пляжу. И там же можно купануться. Но ты не очень хочешь, потому что потом соленая, да, будешь? Да не, можно купануться. Просто там, когда самолеты взлетают или садятся, там же песок на тебя фигачит с огромной скоростью. Ну, это мы так сели. Можно чуть в сторону уйти, и не будет такого эффекта. А мы точно сможем подъехать туда, чтобы не идти? Да, я найду. Я туда подъезжал, просто я забыл, как это делается, но сейчас разберемся. Давай. Не, я сам не хочу. Можно вообще на тот безлюдный пляж отгонять. Ну, это правда в другую сторону.
безлюдный пляж. Ну, тогда поехали. Мы приехали в нашу локацию, тут все на тайском, поэтому тяжело разобраться. Интересно, что это? А, это какому богу ты хочешь сколько-то бат дать? Они же одинаковые, нет? Нет, разные. В разных позах. Ладно, у меня с религией все очень плохо. Если я буду тупить, там поправляйте. Могу быть неправ. Пахнет вкусно. Да, какими-то ароматными травами будто. И здесь, смотри, что-то написано в этих кулончиках. Ну, это все религиозная тема. Угу. Колечки, всякие штучки, боги, домой, еще куда-то. Нет, тут все босиком заходят, мы с тобой. Извините, извините, пожалуйста. Пойдем деревья искать. Фу. Да. Странно, да? Очень странно. Слушай, ну в Таиланде такое часто. Кстати, там рыбы очень красивые, но их практически не видно на камеру. Угу. Они прям голубого цвета, вон видишь? Вон красный. А, хотя, слушай, вот карпы. Да. О, не уверен, что на камере видно. Что хотел сказать, что сегодня крайне жарко. Катюха что-то сразу начала со мной одновременно говорить. Чего-чего? Я говорю то, что сегодня очень и очень жарко. Угу. Да. Тут часто такое бывает. Скамеечка красивая, да? Детская. Белка. Это место для фото, я так полагаю. Вон качели. Я не знаю, куда идти. Мы немножко затупили. Не могли найти дорожку правильно, куда нам спускаться. И один из монахов нам подсказал. Было бы неплохо здесь убор взять с собой. Мы по деревьям идем. А чё, чё, и чё? Что-то свалится какая-нибудь штучка. Ну ты же знаешь главный принцип. Быстрее руками машешь. Звуки классные, да? Да, прикольно. Ой, а тут... Природный АСМР. Да, туда не пойду. Там она проваливается. А падать мы не хотим. А я так полагаю, еще здесь сделали вот такой как мостик, да, бетонный. Там вероятно, там змеи какие-нибудь. Ну и он нафиг. Я бы не рискнул идти. Конечно. Какая-то постройка. Но там будто бы нет ничего. Я даже идти не буду. Ну давай здесь. Походим. Что за запах? Это растение или какашки? Нет, это точно растение, не какашки. Что-то до боли знакомое. Я его уже чувствовал. Но непонятно где. Смотри, какая бабочка огромная. Сядь мне, ну пожалуйста, сядь. Ну не улетай. Давай. Ну почти. Смотрите, какая красотка. Ну крупная такая. Вообще. Вот, давайте я вам хоть немножко покажу, что тут происходит. А вон они, кстати, эти баньяны. Это вот все одно дерево, при этом смотри, сколько стволов. Есть какое-то дерево рекордное, у него 1000 стволов и обхват кроны 610 метров. Прикинь, 610 метров. А ты меня пофоткать хочешь? Да. Смотрите, мы увидели, что здесь можно спуститься. Самое главное тут под ноги смотреть. Я, ну, не скажу, что прям сильно, да, боюсь змей до паники, но так, с опаской. Вот. То, что я вам показывал издалека, мы сейчас поближе с вами посмотрим. Это очень прикольно. Очень. Необычное дерево, конечно. Его еще называют дерево-лес. О. Вот мне бы в детстве такое, а? Ты представь, сколько здесь можно домов на дереве построить и полазить. Вот эта вся структура, это, конечно, очень прикольно. И при этом, обратите внимание, это все одно дерево. И от него просто 1000 ответвлений. Чтобы не подумали, что это все разное. Приколдесно. Смотри, вот это необычная структура такая. Андрюша, что вон там за оранжевые горочки?
Может, это муравейники? Давай посмотрим. Тут что-то полили. Тапка, тут какие-то оранжевые, какие-то горочки. Какой-то размокший кирпич какой-то. Слушай, ну там, смотри, такая структура внизу. Вот здесь, может быть, были муравейники, их раздавили, сожгли, я не знаю. Тихо. Столько звуков. А еще комары. Пойдем отсюда. У меня-то есть? Много. Иммунитет от денге, а у тебя нету. Жесть. Чего? Жесть. А что? Иди сюда. Это сейчас куча была. Ну это черные. Пофигу. Огромные. Огромные, да. Я тут стояла. Мне один раз красный укусил в ляжку. Блин, часа три, наверное. Ну, больно было. Вот еще один представитель. Мы тут уже по дорожке ходим. Ну, смотрите, то, что я говорил, структура необычная. Тут оно плоское, тут широкое. Зайдем? Хочешь, зайди, посмотри. Слушай, ну там, смотри, одеяние вот этих всех монахов. Где? Там. А. Думаю, мало ли он там что делает. Сидит, медитирует, еще что-то. Может же быть такое? Ну, да. О, смотри, котень. Вот это прямо очень круто. Так полазить охота вообще. Вот все равно кто-то в кустах есть. Угу. Слышала, да? Да, слышала. Когда мы подходим, да, какое-то движение лист происходит. Лист необычный, я такого не видела еще. Вот эти. Не подскажу, что это за растение. Обрати внимание, сколько там летает. Непонятно чего. Стрекозы, что ли? Да. Я вам оставлю точку на карте, чтобы вы понимали, где это находится. Ну, такое занятие буквально на 10-30 минут, в зависимости от ваших предпочтений. Ну, где-то можно задержаться, побольше посмотреть, повтыкать. Ну что, на Пхукетск? Ну да, наверное. По времени у нас уже 3:06. В принципе, нормально мы сегодня вообще. Ну, и проснулись рано, и вышли в адекватное время. Мы иногда встаем с тобой, извините, в 1:30, да? Да. В 2. Пока одуплимся, пока что-нибудь попьем, посидим в телефоне, уже 3, а иногда и 4 часа. Пару часов прокатишься, все темно. И это, конечно, совсем не очень. Мне нравится все-таки их религия. Буддизм? Угу. Ну не в плане, ой, что а я давай бы... я покажу, я не показывал. Угу. Не в плане, какая что большая я бы, статуя. Да, была бы, ты, не знаю, придерживаюсь этой религии. Нет, просто мне нравится их философия, как они вообще это все преподносят. А, я вам сейчас немножко поясню. Буддизм не грустный. Вот эти все пагоды расписные, яркие, у тебя нет ощущения, что ты козлина, который совершил много проступков, не вызывает все это чувство вины, ну, у тебя внутри. Вот. И, в принципе, ну, если посмотреть, как люди заходят в пагоду, выходят, все радостные, веселые. Ну, я думаю, вы понимаете, да, о чем речь. Кстати, яркий представитель буддизма – это Стив Джобс, который уже умер. Но он придерживался принципа буддизма. Ему близка была эта религия. Ну, наверное, я сейчас как капитан очевидность. Вы об этом знаете. Ну, так, просто вспомнил. Интересный факт. Фух, надо, пожалуй, попить. Очень-очень жарко. У меня аж прям от жары такое ощущение, что капелька пота вот так вот стекает. И мне это все щекотит. Мне кажется, они благодаря... Что? Ну, капелька. Это пятнышко. Мне кажется, они благодаря религии, знаешь, такие счастливые, даже если они улицы подлетают. Вот реально они радуются всему. Мне это нравится. В следующей жизни все будет хорошо.
Друзья мои, ну мы приехали на Майкал. В этот раз все удачно. Нам не придется пилить пешком 20 минут по пляжу, чтобы дойти. И вечерком здесь народу гораздо больше, конечно, чем в прошлый раз. Сейчас вам покажу. К сожалению, сегодня самолеты с этой стороны взлетают, а не садятся. Мне гораздо сильнее нравится, когда они заходят со стороны моря. Ну и вот, смотрите, количество народу. Блин, я когда здесь жил, в Low Season приезжаешь, ну, тут, по сути, своей компании, вообще ни одного человека. Сейчас, конечно, ну, вы сами все увидели. Катюха, как обычно, обезьянка, увидела качелю. Все, человека не остановить. Классно. Вообще на нее жопой садятся. Нет, она слишком низкая для жопы. Но даже если так, у меня они не в какашках, а в песке, так что ничего страшного. А там песок уже был, я посмотрела. Ну тут все приспособлено для туристов. Напиточки есть, смузи. Так ананас режут? Это не ананас так порезан. Да. А кукурузка. Ну не, я не очень хочу. Клубника. Клубника. Ну, выбирай, в общем, что хочешь. Я кокосик взяла бы. Ну, бери. У тебя есть денежки? Есть. Ну, давай. Не подсматриваешь? Я так смотрю, ты распробовала их. Дай я тоже попью чуть-чуть. Очень вкусно. Прям, мне часто прям хочется именно кокоса. Я его езжу по Раваи, ищу где-то ближайший кокос. Ну, здесь мы за 40 купили, а вообще... Есть места, где по 20 и по 25 продаются. Слушай, ну прикольно здесь вечерком. В прошлый раз, мне кажется, мы неудачно съездили, потому что зажарились все нахрен. Ой, я вообще сгорала. С той стороны сколько перли. Слушай, так мы еще были не часов с собой. Не в это время, понимаешь? Мы были с собой раньше. В самую жару. Да, в самую жару. Прям пекло и очень долго. Надо было просто километр-два, не знаю, идти по этому пляжу. С ума сойти. Ну, может быть, как раз из-за этого ты и не кайфанул. Угу. Сейчас у нас время 16:29. Отлично. А сейчас, ну, здесь вообще мне нравится. Только один минус. То, что самолеты взлетают с этой стороны. Ну, ничего страшного. Вкусно? Нет, что-то попалось. Муравей? Мне кажется, я слышу, как взлетает самолет. Мы немножко сбоку. Вот сам пляж. Но с этой стороны удобнее смотреть. Слышишь, да, шумит? Блин, или он не взлетает? Да. А, это он съел. Отсюда очень удобно наблюдать вот так вот, как он взлетает, потому что над пляжем он уже достаточно большую высоту набирает. И здесь чуть поудобнее. Вот, и тут очень много тайцев сидит. А все турики там. Блин, я помню, ребят, времена, когда вот этой речки говнотечки не было. Вот экскаваторами прорыли, чтобы туристы не лазили вот к забору. И я уже рассказывал, сейчас он такой массивный, с камерами. Раньше он был высотой в метр буквально, не было никакой колючки, и мы прям сидели на нем. Пропал романтизм. Но я застал эти классные времена, когда все было сильно проще. Прикинь, как клево, вот сейчас бы мы с тобой залезли на забор. Нас бы снесло. Нет, ну я же живой остался, не снесло меня. Ну, да. Тут будку поставили, секьюрити, ее тоже не было. Там даже таец какой-то сидит. Ну, а вот. Мусора столько было, нет? Не знаю. Сюда-то я прям конкретно не заходил. Да, ну здесь все засрано. Так визуально, конечно, не очень. Так, я, чтобы не пропустить, врубил камеру заранее, потому что один самолет я продолбал. Ну, штучки 2-3 мы посмотрим. Чё? Паразиты, я бы сказал. Я, правда, не гарантирую, что там лучше вид. А я не гарантирую, что здесь нет змей. А не, я что-то уже не хочу. Там дальше. Там все заросшее, да, там уже тропинки нет.
тоже маленький какой-то взлетел. Я даже не понял, что за авиакомпания. Я вас обманул, потому что я думал, что будет Аэрофлот, а это AirAsia. Ну, надеюсь, Аэрофлот следующий. То, что, как я говорил, хочу дождаться большого самолета. Будет поприкольно. Что делаем? Женщина, что делаем? И еще один. Слушай, вот большие самолеты, это прям угарно. Видишь, в чем разница? Он, во-первых, ниже здесь, лучше снимать, и шума больше, какой-то мощи. Здорово. Все, нам, в принципе, достаточно. Несколько взлетов посмотрели, кокосик попили. Классно. Сейчас поедем в ТЦ, понямаем с тобой. Так хочешь, чтобы я тебе снимал. Может быть, опять наш любимый японский ресторанчик? Фуджи? Конечно. Ну, мне кажется, я так кокосом пила, что мне возьмешь только 3 роллинки, и все. Слушай, ну не зарекайся, все равно час ехать еще. Ну, да. Может быть, захочется. Палку купим, такую же, как у меня, вот эту шортли. Вчера мы заходили в магазин, но нам ее не продали. Тетка сама не поняла, что происходит. Я подумал, что это змея. Очень было похоже. Там какая-то сбой системы был, аппарат не работал. Что-то там банк отвечал какой-то ошибкой, и я говорю, давай наличные. Хрен с ним, там банк, не банк. В итоге она отказалась продавать. В итоге пошла на стенд другие палки смотреть, считывать штрих-коды, но что-то у нее там не работало. Сейчас я буду вытаскивать это все из песка. Зачем я сюда поперся? Скажи мне, пожалуйста. Сусанин. Вы просто не понимаете, что по песку достаточно тяжело ездить на байке. У тебя был неудачный опыт. Первый раз, когда я села на байк, в подростковом возрасте, мне лет 12, наверное, было, в деревне. И мне отец говорил, ну давай, газку, газку. И я сажусь и сразу резко даю газку. И там было, знаете, вокруг леса выкапывают такие рвы, чтобы пожар не расходился. Вот, и я в этот ров прям на него попала, и внутрь там в него и грохнулась. К сожалению, я не знала, как это. Еще до этого не ездила на байке и не думала, что на песке так сильно может вилять. Теперь-то я точно знаю, как это работает. Вот. Такое ощущение, будто собачка беременная. Все может быть. Узико такое большое. Ну ладно, на, держи камеру. Нет, это пацан. Прикинь, это пацан. Просто так казалось. Бери свой шлем. Удачи. Только да. Не упади. Да, самое главное не упасть. Не, ну на песке-то я не падал, но знаю, что это стрёмно. Это подойди ко мне поближе. Я не могу байк завести. А, да, ключ. Ключ у тебя. Я, если что, тебя могу подтолкнуть. Давай, не надо. Байки очень сильно запегачил песком, очень сильно, прям как дождем их облил. Ну что поделать, я же не могу не ехать. Ай, блин, у меня ж пучок, я не могу шлем одеть. Ты же его называешь как? Какашка. Нет. Гулька. Гулька. Вчера мне не продали ничего. Я посмотрел на вот эту историю, кстати, это как раз игра про Гарри Поттера. Вот. И тоже захотел PlayStation. Ну, не сейчас, а когда-нибудь, потому что у меня телек, мне кажется, такого же размера. Ну, да. Я тоже в Гарри Поттер поиграла с удовольствием. О, видишь? Игрофа такая прикольная. Thank you. Все, поздравляю, я купил Спасибо. Тебе 1500 бат. Очень клевая. Маленькая, удобная, и ставить, и, ну, там, в принципе, на картинке все видно, и выдвигается. 1500 бат. 3200 это в рублях. Вроде, по текущему курсу, там сейчас опять доллар улетел. Ну что, идем в Фуджи? Да. Идем. Ну они такие какие-то длинноватые. Угу. Вот это у меня какое-то очко такое странное. Я что-то не знаю.
Тебе нравится или нет? Ну, цвет мне нравился, пока на вешалке не все его смотрится. А вот это? Вот это? Да, очень, просто очень длинное. Не, ну если у тебя хер, как у коня, то может и удобно будет, а так, извините. Я такой не хочу. Про себя снимаешься? Снимаюсь. Сейчас пенис покажу еще. Давай. Твой канал, твои правила. И все, до свидули. Кстати, мне нравится. Мне нравится. Вот хорошая. Это, вот это прикольно. Да. И черную еще померяй. Я думаю, она тоже будет. Слушай, хорошая. А твой размер? Посмотри на наш размер. М-ка? Это М-ка, да. Может, Эльфу чуть-чуть посвободнее, чтобы было. Чуть-чуть. А это... Это смол. Я в нее не влезу. Да. Я давай эльки. Эльки. Белую и черную, да? Да, да, давай. Тут еще такие, но только с капюшоном. Зеркалки. Это элька, как раз то, что нужно. Это медиум. Вот они две белые и черные. Повезло, есть размеры. Держи. Угу. Здесь есть переход. Ты сегодня в майке поездил немножко и загорело все-таки плечо. Ну да. Есть такое. Давай, одевайся. Надо подмышку побрить. Подписчик какие, очень интересный. Да, интересные подробности. Угу. О, вот в этой мне прям комфортно. Да, классно. Вот это то, что надо. Вот такие DC-шки я себе покупал, когда жил на Пхукете. Я знаю, что... Давай белую и черную. Что, может быть, не сезон, но вот видишь, она села прикольно. Угу. Вот эта зеленая, в чем проблема? Ну, похоже сидит, понятно. Да, она хуже сидит и выглядит немножко отсосно. Ну, я да. понимаю, но заплатили мы за нее 160 бат. Я ее оставлю, огород буду катать. Бери белую и черную. Сколько они стоят? Да, это вот еще надо уточнить. То, что здесь вещи не дешевые. Слушай, ну они по скидке продают. 990 бат. Да, классно. Сейчас бери две, белую и черную. Да. Возьми две ларж. Не, ну ты согласна, это лучше, да, чем да, конечно, М-кассета. Получше сидит. Что? Красивее. Да, и цвет прикольный. Угу. Катя еще мне рекомендовала одну посмотреть с капюшоном. Да. Может быть... капюшон я вообще не понимаю, для чего это, просто так, для красоты, ты его использовать не будешь, естественно. Нет, конечно. Поэтому нет, бери и, просто, не и надо. И знаешь, чем проблема еще вещей вот этих футболок с капюшоном? Он немножко перевешивает, и вот тут начинает растягиваться ворот. Ну, там, не, бери быстрее. Просто без рукавки, без капюшона. Да, мне кажется, вот это прикольно. Я бы даже в ней пошел. Только не перепутай. Не, ну вот прикольно, мне кажется. Белая тоже клево, да? Замерз. Замерз, да. Сосочек стал. Ну что, норм? Норм, да, бери и ту, и другую, да. Мне очень нравится. Давай. Я думаю, может мне ярлычок снять и прям в ней? Ну, не здесь, естественно, снимать. Не, пошли на кассу. Не, одевай, наверное, зеленую. Ребята, у меня уже заканчивается батарейка. Мы только что сходили на массаж. Пимпо. Вот тут допиваем чаек, платим и валим. В принципе, все. Я больше ничего вам рассказывать, показывать не буду. Надеюсь, влог понравился. Ставьте лайки, дизлайки, пишите что-нибудь.